Странная штука эта смерть. Что она таит за собой? Что скрывается по ту сторону? Наверное, об этом мы никогда не узнаем. Но то, что мы точно можем узнать, так это то, что люди чувствуют во время этого. Что ощущают при переходе. Многим удалось выжить, но они были на грани. Именно об этом я и хотел бы сегодня поговорить. Досмотри это видео до конца. И поверь, тебе будет интересно. Наверное, один из самых популярных вопросов – это утопленники. Что они чувствуют в момент перехода? В какой момент они понимают, что все, конец уже близок, и вот он, их новый дом. В первые минуты человек сильно барахтается, пытаясь бороться за свою жизнь, но не в силах больше этого терпеть, он начинает кашлять, тем самым глотает очень много воды, вследствие чего задыхается и идет на дно, ощущая полное умиротворение. Думаю, многие хотели бы умереть от старости. Но вот, от чего чаще всего умирают в старости? По статистике, причиной чаще всего является сердечный приступ. Но вот что люди испытывают во время него. Сначала человек испытывает сильную боль в груди. Затем эта боль отдается ему в челюсть и парализует тело. Затем сердце начинает медленно умирать из-за недостатка кислорода. Утопление, сердечный приступ. Но вот что, например, если взять более кинематографичную смерть? К примеру, выстрел. В первые секунды никаких болевых ощущений не будет, так как в тело будет выброшена огромная доза адреналина, что и подавит боль. Но вскоре из раны начнется раздаваться такая сильная боль, что она будет ощутима по всему телу. А далее исход зависит только от самой раны. Помимо очевидных смертей, существует еще такое определение, как клиническая смерть. То есть человек и не жив, и не мертв. И чаще всего возвращается к жизни. Но что же он чувствует в тот момент, когда он там? На этот счет есть сотни версий. Многие очевидцы описывают совершенно разные ощущения. Кто-то говорит, что он мог наблюдать со стороны. Кто-то, что он смотрел в этот момент на врачей, а кто-то и вовсе отвечает, что видел свет в конце туннеля. Наверное, для каждого она своя. В любом случае, несмотря на причину смерти, она все еще страшна. Или точнее, нас страшит то, что мы не знаем, что будет дальше. А узнаем мы это или нет, покажет лишь время. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!